Сегодня у нас годовщина Великой Красной Армии и Военно-Морского Флота. Мы, как коммунисты России, хотели бы в очередной раз отметить эту годовщину и поздравить всех офицеров Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мы хотели бы поздравить их семьи, так как они в свое время отстояли независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны и приложили максимум усилий для становления великого ядерного щита, который сохраняет сегодня и территорию нашей России. В связи с тем, что на Украине произошли события, которые нельзя характеризовать иначе, как фашистский переворот, я думаю, сегодня день годовщины Великой Советской Армии, очередной повод заявить о нашей солидарности с украинским народом, и хотели бы предложить руководству страны поддержать украинский народ. И цель основная для нас, и я думаю, для всех славян, для трех славянских республик, это объединение в новый союз, союз советских социалистических республик, но в новых экономических условиях. Вот наша основная цель нашей акции.